Нерюнгринский медицинский колледж считается одним из лучших среднеобразовательных медицинских учреждений в республике. Его филиалы открыты в нескольких районах Якутии, а в этом году студентов набрали и в столице. Будущих медиков будут обучать по двум направлениям – сестринское дело и лечебное дело. Привезли оснащение, которое у нас есть. Это симуляторы, тренажеры, отработка первичных медицинских навыков, да, постановка инъекций, оказание неотложной помощи, сердечно-легочная реанимация, тренажеры аускультации, пальпации. То есть все это компьютеризировано, все идет уже современное с ноутбуками, там закладывается программа какая-то тренировочная, учебная, и дальше уже студент отрабатывает. Там есть и норма, и патология. Большинство студентов колледжа поступили на целевые места и после получения дипломов направятся на работу в поликлинику номер 1 города Якутска. Усилиями поликлиники в здании, где будет располагаться филиал, проведен ремонт, завезена мебель и учебные материалы. Также персонал больницы будет помогать студентам в учебе и в прохождении практики. Студентов первых дней обучения будут сопровождать наставники. Это те люди, которые уже имеют большой и огромный опыт в практической медицине. Здесь же будут они проходить теоретические подготовки по теоретическим знаниям, ну и, конечно же, оттачивать свои практические навыки. Обучать студентов будут в соответствии со всеми образовательными стандартами и с учетом потребностей современной медицины. Те учащиеся, которые будут проходить именно обучение в таком отделении Нерюнгринского медколледжа, будут иметь доступ к медицинским программам, это будут уже подготовленные специалисты. Сейчас высокая потребность в IT-медиках, мы тоже это направление будем учитывать. И вообще к медицинскому персоналу среднему сейчас идут иные требования, то есть у них увеличивается количество компетенций, будет намного больше функций медицинских сестер и фельдшеров для того, чтобы быстрее и более эффективнее, качественно помогать пациентам. Взаимодействие образовательной и медицинской организации позволяет колледжу выпускать квалифицированных специалистов, у которых после получения диплома не возникает сложностей с трудоустройством. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск.